Походу, у нас опять что-то сломалось, и опять что-то не работает. А сколько примерно уже времени прошло, Хэрейд? Да минут 30 мы уже тут стоим. Стоим 30 минут, а до сих пор ничего не заработало. И что самое странное, вот эта вот затерянная карта, она же у нас есть. И эту затерянную карту мы нашли как раз таки на вот этом вот леднике, который уже, кстати, давным-давно пропал. Ледник-то пропал! А нового ничего не появилось. И вот мы сейчас в огромном замешательстве. Что мы упустили? Что мы забыли сделать? И почему с этой затерянной картой у нас возле плота ничего до сих пор не появилось? Карта карты, ледник ледником. Но мы здесь стоим уже полчаса. Мне кажется, это уже бессмысленно. Что ты нам предлагаешь дальше-то делать, а? Чё делать, Хрейд? Как будто у нас есть какой-то другой выбор. Стоять здесь и ждать. Пока что-то нормальное не появится, а то эта карта... Я даже не знаю, что с ней дальше делать. Ну, ждать тоже можно по-разному. Можно сидеть на плоту и жопу чесать, а можно проводить время, ну, продуктивно, с пользой. Продуктивно, с пользой проводить время на нашем плоту — это как? Дома, например, строить, а то мы в каких-то бомжатниках живем. Фига себе, бомжатник! Да чтобы я так в реальной жизни жил, Натаха, ты чё, очумел? Зачем нам строить дома? У каждого человека на этом плоту есть дом. Нам реально нечем заняться. Стоп, подожди. Говоришь, у каждого, что ли? А чё, у тебя дома нет? Да чтоб ты знал, у меня с самого начала сезона не было ни одного дома. Ты понимаешь, я весь сезон бегаю просто по улице и мёрзну, сплю на полу. Ну, в принципе, хорошая идея, Икс Данил, если ты весь сезон одного блока настоящий бомжатник, хорошо, иди строй тогда себе дом, пока у нас ничего здесь не появилось. Все, так бы и сразу, я пошел материал собирать. А, ну раз Икс Данил себе дом строить будет, тогда и я в своем какой-нибудь евроремонт сделал, а может полностью его перестроил. Альбертик, пойдем. Я, пожалуй, тогда тоже пойду построю себе дом, а то я не хочу жить в этих огрызках. И все разбежались. Но мне-то ничего строить не надо. У меня все построено. Ладно. Пойду тогда порыбачу. Раз все ремонты буду делать, я что-то полезное с океана постараюсь выловить. Еще раз это сделаешь, я тебе плавник отрежу, я тебе обещаю, акула. Давно, кстати, да опять иглобрюх, да сколько можно? За все это время выпала одна кожа, 3 иглобрюха и 5 сыц... Она меня сейчас ударила или мне показалось? Ты меня сейчас ударила или мне показалось? А еще учитывая то, что у меня удочка зачарена на вот это, на визу... Слушай... А! Да что? Слушай, это давай вылезти уже отсюда! Это все границы переходят! Так, акула, не мешай, собака! Учитывая то, что у меня удочка зачарена в везучий рыбак 3 и на починку, как-то мало всякого добра мне выпадает. Только попробуй. Я ж тебе говорил про плав... Еще раз ты мне помешаешь рыбу словить, я тебе говорю, верхний плавник тебе отрежут, я тебя умоляю. Книга какая-то полезная, на остроту 5, или на эффективность 5, или еще что-то, а не просто треска. Мне не нужна рыба в открытом океане, здесь и так по... лосось. Слушай, женщина, да ты уже, тебе что, заняться, что ли, нечем-то, да? Сколько можно? Давай разберемся с тобой наконец-то, как мужик с мужиком или с женщиной. Я вообще не знаю, кто ты. Я ж тебя рано или поздно должен убить. Ты ж не бессмертная. Просто у меня копье на урон 13,5. Слушай, да ты уже заколебала. Да... Я ж тебе обещал, что рано или поздно тебя закукарачу. Ядрить ты, колотить, жиробасить. Да сколько у тебя... Ладно, уговорила.
больше на тебя нападать не буду. Минус один тотем получается. Чё у тебя там происходит? Чё за звуки? Чё за пальба? Чё взорвалось? Тотем бессмертия взорвался, Хрейд. Было две штуки, остался один. Не, я как с самого начала знал то, что эту акулу невозможно убить. Она просто живучая. Ты чё офигела? Я сейчас с ней сражался буквально полторы минуты. Я ей накостылял по самой не хочу. Она возвращается и дальше продолжает меня бить. Ты чё там? Хватит страдать ерундой. Честное слово, оставь эту акулу в покое. Ее невозможно убить. Пошел бы ты лучше дом себе перестроил. Если не хочешь его перестраивать, Джеки Плею перестроил. Это чё он живет в какой-то коробке? Все, давай успокойся уже. Вот это я ерундой, конечно, вот это занимаюсь. Спасибо, Херейдик. Жизни нам спасаю, чтобы эта акула нас не доставала. А ты говоришь, что я ерундой занимаюсь. Все, да, хорошо, иди строй себе дом. О, вижу, там Икс-Данильчик себе строит какую-то халупу непонятную. А вот там Натаха строит. Ну, Натаха, как обычно, нормальные дома получается. Натаха же вроде как строитель. А вот здесь реально пекарня ЖК Плея временно закрыта в связи со смертью. Не, ну так ЖК Плей же уже воскресился, эту табличку можно забрать. Этот дом можно будь... Андре же сдох уже. Значит, это больше не дом, Андре. Я прошу прощения за вмешательство. Но это же бывший дом Андре, ты это знаешь? А тогда что ты тут делаешь, Альберт? А дом себе строишь, да? Так а зачем тебе дом, если у тебя есть вот эта вот медовая пасека? Ты же в ней раньше жил. А, дом себе нормальный хочешь? И ты думаешь, что жить в человеческом доме это нормально? Ну ладно. Ну, у тебя же лапки, Альберт, если ты этими лапками можешь ставить грязь, ну ставь, я вмешиваться не буду. В любом случае, я уверен, что у Альберта дом намного красивее получится, чем у какого-то там Херейда. Ты что там, оборзел, что ли? Я вообще-то все слышу. Не, Херейдик, я это просто так не оставлю. И с этой акулой надо разобраться раз и навсегда. Уж тем более, когда у меня есть почти готовый план мести. И, кстати, этот план мести мне подписчики в комментарии написали. Просто так эту акулу убить невозможно, как мы выяснили. Ни пистолетом, ни вот этим вот моим копьем. Поэтому мы ее будем убивать чем-то другим. Палки, редстоун, факел, два... повторителя, вот так, и редстоун вот сюда. Две кнопочки, и сейчас все это добро надо совместить. И если я хорошо помню, совмещается оно примерно как-то... Нет, наоборот, как-то вот так. Я просто уже успел подготовиться до начала серии, потому что я знал то, что эта акула рано или поздно меня точно достанет. Разрешите представить... настоящий гарпун для поимки морских чудищ. И сейчас мы проверим, работает он или нет. И если он работает, тогда можно будет пойти ловить акулу. А вот, кстати, хороший претендент, чтобы посмотреть, работает мой вот этот гарпун или... Что происходит? Пошли, что делаешь? Пошли за мной! А! Пошли за мной! Пошли! Отпусти! Пошли. Нет! Нет! Отпусти! Давай. Нет! Нет! Заходи! Зайди там! Сломай блоки! Зайди! Нет! Я ж тебя не выпущу! Сломай блоки, зайди ко мне домой! Забери подмостки свои! Отпусти меня! А работает! Работает! Херы даже сейчас от меня отойти не может! Так, это выпусти ты меня на улицу! Сломай блоки! Это ты выпусти меня! Да я хочу тебя выпустить, но только меня к тебе притягивает! Херейд! Да скорее меня к тебе притягивает! Что происходит? Да ядрить ты колотить! Да сломай эти блоки! Я не знаю, как от тебя отцепиться-то! А, подожди, сейчас гарпун выброшу! Иди сюда ко мне на кухню! Так, все, выбросил, работает, Херейд, я ж говорю то, что работает, план подписчиков опять меня не подвел. Пойдем, я тебе что-то покажу на Икс-Даниле. Какой еще гарпун, ты что сделал вообще? Перезаряжаем гарпунчик, целимся прямо
Викс Данила и стаскивать его вот сюда! Ты что делаешь, псих? Вот тебе херейди, работающий гарпун, а теперь я Викс Данила потащу к себе домой на второй Отпусти этаж. Меня! Давай, давай! Отпусти меня, иди, ты что делаешь? Иди, открывай дверь, херейди, я тащу Викс Данила! Ага, давай, давай! Отпустите! Давайте, заходите, давай, Викс Данила, не сопротивляйся, у тебя все равно ничего не получится! Давай, давай, давай! Да, у меня главное плохо, не ставь, как это было с херейдом! На второй этаж, поднимайся к моей кабанессе Ариша, она тебя уже здесь заждалась, Икс Данил! Ариша! Фас! Не надо ее открывать, нет! Настоящий работающий гарпун. Ариша сдохла. В смысле сдохла? Она с лестницы упала и сдохла. Вот ты где, чупакабра с плавниками и огромными зубами. Ну давай, в этот раз ближе сюда ко мне подплывай, давай. Я ж знаю то, что ты меня хочешь укусить за одно место, давай. Я вот здесь... Я вот здесь, возле тебя, чё? Пимав тебе за плавник? Давай, акулятина моя, запрыгивай на плот. Не под плот, а на него. Я ж тебя затащу. Давай, 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 сюда, сюда, ко мне. Главное, вот этих хрюшек... Не скушай заживо, какая же ты жирная, ты между сундуками и забором протиснуться не можешь, ладно? Давай тогда, стоп, давай тогда с тобой обойдем вот здесь. Не сопротивляйся, тебе же будет хуже, просто подойди вот сюда, мы с тобой будем А вот ты и урон начала получать. Все же намного проще, чем я мог подумать. Акулу уже просто надо было с самого начала затащить на сушу. Зачем с ней сражаться? Зачем? Зачем с ней сражаться? Зачем тратить вот эти вот тотемы бессмертия? Зачем вот это вот все рисковать своей жизнью, когда можно просто послушаться подписчика в комментариях, затащить ее на берег? Это еще что такое выпало? Плавник тигровой акулы. Просто плавник как материал. Тропическая рыба, иглобрюк, сырое мясо акулы, острые кости. Ну, в принципе, как я и говорил в начале серии, я тебе все плавники поотрываю, акулы недоделанные. Ну, в принципе, все. С самого начала надо было просто скрафтить вот этот гарпун, затащить акулу на наш плот, и чтобы она просто задохнулась. Так, придем в гости к Реддику. Слушай, красивый, в принципе, дом получается. Ну чё, Реддик, рассказывай, как у тебя тут это, как у тебя дела? Да у меня-то все хорошо, я дом почти достроил. Правда, ты мне окно тут сломал. Ну, в принципе, ладно, я поставлю тут новое. А у тебя как дела? Да, у меня все по-старому, да ты продолжай, продолжай строить. У меня все по-старому, Херейд, вот это... Акулу только что убил. А, ну понятно тогда. Пойдем я тебя чаем что ли напою, раз ты ко мне в гости при... Стоп, чё? Ты акулу убил? Да! Вот тут, да то, что у которой нам 40 серий одного блока, вот это мозги выедало. А как? Ты что, еще раз что ли свой гарпун показать? Смотри, берем, перезаряжаем гарпун. Не-не-не, все, я понял, я понял. Стреляем в Херейда, я ее просто... Я к стене присобачился. Господи, просто выстрелил в акулу, затащил ее на берег, она просто задохнулась. Максимально просто это надо было сделать с самого начала. Че, серьезно что ли? Дай гарпун посмотреть. Я тебе свой гарпун не дам, на вот это, плавник посмотри. Акули, кстати, тигровые акулы. Ничего себе, а можно его себе оставить? Да хоть на голову надень, мне вообще без разницы. О, нормально, в рамочку повешу. Ну, акулу-то я убил. Это, в принципе, хорошо. Но плохо то, что до сих пор так ничего и не появилось, а прошла целая серия. Затерянная карта как у меня была, так и осталась. А я уже все дела на этом острове Так, заряжаем гарпун. Остановись на месте, Наташенька. Опа-на, Наташенька, собирай чемоданы! И сейчас я потащу тебя к себе домой на второй этаж!
Давай! Отпусти меня! За мной! Что делаешь? Не сопротивляйся, Наташа! Тебе будет только хуже! Просто следуй за мной! Я в стенку врезалась из-за тебя! Ты чё? А сейчас минутка голосования. Если тебе больше нравится дом, который построил я, который находится слева, то тыкни на ролик, который прямо сейчас появился над ним, и проголосуй за меня. А если ты хочешь отдать свой голос за меня, то тыкни на видос справа и проголосуй за мой дом. Все зависит только от твоего выбора. Голосуй!